У нас есть 111 двигателя объемом 2,3. Так, сейчас в наличии у меня 1, 2, 3, 4. Немного пройтись. 4, 5, 6, 7. Так, данные двигателя имеют пластмассовый коллектор. Вот такой вот пластмассовый коллектор имеют. Так, давайте посмотрим внутри у них что. Внутри просто, в принципе, нормально. Ну, даже отлично, можно так сказать. Данные двигателя продаются без навесных. Так, это у нас 2.3 простой двигатель. Также есть компрессорный двигатель, который я хочу показать сейчас. Вот этот вот двигатель, он компрессорный идет. Вот по шкиву можно сразу увидеть. Различить. Так, вот это, допустим, простой двигатель, у него шкив. Вот это маленький идет шкив на коленвал, а у этого дополнительно еще на компрессор. Вот такой вот двигатель у нас есть, компрессорный 2.3.